Дорогие друзья, всем привет, это новый ролик по Brawl Stars. Короче, нет времени объяснять. Сейчас будем по 19 трофеев, как вы видите. Многие персонажи я пробовал на 600, вы можете видеть. Все, друзья, поехали, короче, играть в соло сюда, потому что у меня на телефоне 21%, как вы видите. Поэтому мне надо его зарядить, потому что я его заряжал только где-то часов 5, наверное, назад, блин. Поэтому мне надо будет его сейчас зарядить, друзья. Вот, и после того, как я его заряжу... Я, может, его скринить еще ролик сниму. Сейчас главное по-быстрому апнуть. Хотя нет, друзья, у меня же есть пауэрбар. Я, наверное, после этого катки подключу пауэрбанк. Ну да, там заряжается мало процентов, потому что там всего лишь одна полосочка. Вот. Так, мы пока сидим в кустах, друзья. Вы спросите, почему я не опнул в дуо, потому что дуо это жесть, это паража, там непонятно, как все будет. Вообще шедевр, это помойка. Вот. Ребята, блин. Я сейчас посидел в кустах, потому что, блин, опасно, если рядом с тобой пройдет какой-нибудь 10-баночный чел, то он тебя убьет, поэтому тут надо. И иногда в некоторых моментах, например, когда там остаешься ты, Шерик, и ты Эмс, и вот она вот рядом с тобой, ты надо лучше в кустах сидеть, чтобы убили не тебя, кого-то другого. Не всю катку именно крышить, а прям присесть. То есть просто сидеть, типа, не всю катку в кустах, это нормально. Если всю катку, ну то есть это такой апок, такой сетап. Если, например, нужна ситуация, когда надо прям сидеть в кустах, то можно. Можно. Почему бы и нет, друзья? Как бы на волоске от смерти можно, в принципе, сидеть в кусты и выдержаться, отхилиться, то есть. Так, тут Шелли 8-баночная. Фу, блин. Так, тут никого нет. Меня видит все равно. А нет, я не даже не такой. Так, он здесь есть. Я просто сижу. О, полегче, потому что я боюсь, что Леон просто дойдет и закрысит, поэтому жопу лучше уж. Ай! Вы что, гоните? Кроу, бля. О, хорош. Блин, Леона же сейчас, по идее, ульта. А нет, у Леона ульты нету! Хорош! Ах, сам себе говорю, да. Так, блин, Леон! Сорян, ребята, что такая реакция, капец! Они сдохли, это только один. Я просто посидел сейчас. Ну, все так и все. Я просто посидел, только что-то не сражаюсь. Потому что иногда бывает, тебе везет, ты сражаешься. Иногда бывает, ты просто сидишь и снимаешь такой один. Я сражался. Просто бывают такие моменты. А то сейчас в комментах будут писать, что ты сидел, да? Чуть-чуть, в принципе, посидеть можно. Если, например, ты, там на тебя 5 человек идут, и ты сидишь там, то это нормально. Я дебил. Блин, ну я тупанул, зачем я на него пошел? Он меня через прогиб, ну в любом случае, он меня через прогиб бы кинул. Короче, сколько осталось кубков? Блин. Еще много. Ну как сказать много? 17 кубков нормально. Ну, наоборот, будет лучше, если будет ролик, наверное, подлиннее, мне кажется, для вас. Ну блин, ребята. Ну я сам сожалею, что я тупанул. Зачем я? Ну блин, я-то не знал. Типа, если бы я знал то, что сейчас примат сделает так. А я тупанул, я еще к нему подошел, зачем? Ну ладно. Окей. О, там бык! О, бык. Че тут, блядь? Я тут забыл, блин. Блин, друзья, 19 тысяч это будет... Я не представляю, сколько старпоинтов дадут реально в конце сезона, и сколько мне сольют, капец. Но мне сольют... Блин, экономлю энергии. Я сейчас включу экономию энергии. Я не буду это убирать, пускай оно само уберется. Я сейчас включу экономию энергии, после этой катки поставлю на паузу и подключу еще пауэрбанк, потому что я обещал. Я совсем забыл то, что я хотел подключить пауэрбанк, но сейчас тогда подключу. Так, ну я тут не знаю, тут вряд ли попадим получится. Так, тут есть. Ля, там Биби. А, чекаем. Она стоит? А, нет, она бегает. Она бегает сюда. Сука. Меня сейчас могут, в принципе, убить, наверное.
Глазить не надо, реально, Сафоти Дрю. Зачем ты глазишь? Ладно, не пойму, зачем я это делаю, ну ладно. Воу-воу-воу! Ну, Фрэнк рвется. Фрэнка надо убивать за такое. Бо! Скотина! Скотина, Бо. Дэрил, убиваем Бо, короче. Он скотина, он крыса. Нет, Бо убиваем. Даже непонятно, как его убивают, блин. Они все тут тянутся просто. Бо надо, Бо. А я его урона зажму. Как он не подох? Что? Я извиняюсь, что? Он должен был сдохнуть. Блин, воробуша, сразу. Ну ладно. Это плюс 8, ребята, это плюс 8. Это не 600, фух, это не 600. Хотя даже 600, не важно. Ребята, остается 8, 9 трофеев. Надо занять топ-1 и будет... Я прям хотел 19001. Я реально думал, что у меня будет 19001. И походу будет... Сейчас, друзья, я, короче, не буду ставить на паузу ролик. Я... Хотя нет, мне придется поставить, потому что мне придется экономную энергию включать. Я сейчас, ребята, поставлю на паузу видосик, чтобы хотя бы он чуть-чуть за ролик зарядился. А потом уже поставить на зарядку. А то я сегодня на зарядку, считай, я его сегодня только один раз зарядил, и все, типа... Батарейка очень хорошая. Вот. Все, ребята. Я вернусь, и мы будем продолжать опять купить. Так, ребята, все, я вернулся, короче. Все, как видите, у меня уже опять вот провод. Видите, заряжается. Поехали. Блин. Особо не зарядится, конечно, пауэрбанк тоже, наверное, плохо играет. Но, друзья, да блин, он отсоединился. Знаешь, в чем проблема, что он отсоединился? Потому что у меня слишком большой USB кабель для этого пауэрбанка, поэтому если я буду прям мотать очень жестко, то это жопа будет. Блин, а, Джеки была здесь. Фу, блин, хорошо, что я не пошел туда. Что вообще происходит? Ну нет! Ну не надо меня убивать! Ну говнюк! Блять! Тихо! Тихо, сука! Ну блять! Ну зажимают! Ребята! 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 Я уже хочу в дом ШД пойти, реально, меня бомбит уже просто. Меня зажали. Мне неудобно так играть, когда вот с пауэрбанком, мне неудобно. Ну, заряжать-то надо, зарядить-то хотя бы. Но мне неудобно с пауэрбанком так играть. У меня мне неудобно так телефон держать на таком расстоянии. Блин, ребята. Чё, всё так плохо-то? Блин, слили кубки. Ну ладно, вернем. Я знал, что он будет ролик побольше. Чем вообще надо. Блин, Кроу бесит. Просто, вот, пацаны, что вот эта помойка, видишь, что сейчас было? Это хорошо, я слил, я верну. Увидишь, что сейчас было? И так может произойти с каждым, не только со мной. Это с любым может так произойти, с любым. Если бы Apple за Спраут, это было бы изи. Раз в 100. Ну, блин, я Apple за... На персонаж, ну, на психокуб, это тут посложнее, конечно, чем за какой-нибудь там персонаж, на котором низкие кубки, блин. Это помойка. Либо ты кого-то, либо они тебя, понимаете, друзья? Это просто. Либо ты, либо они. Все, просто это помойка лютая. Но даже если 15 минут будет идти, надеюсь, что вы посмотрите. Но, блин. Как я расстроился, конечно, что... Мы слили 6 кубков просто, ну 5. Просто так взяли и слили. Ну сколько? Ну 6, короче. Хорошо, что мы слили сейчас кубки, мне это обидно. Очень реально. Сильно! Нет, там нет, все. Это жопа. Ну вы видите, я даже не могу снести просто, все. Не, надо на самом деле поменьше прокачать будет на 8-й, 9-й, 9-й, 9-й.
Все, мы вернули, по идее, кубки. Блин. Ну, а, сюда, все, скоро. Все, да, друзья, да. Мы вернули кубки. Все, поехали. Блин, может пони прокачать реально? Вот. Блин. Хотелось бы прокачать, ну ладно, не будем. Блин, надо помощницу сейчас взять рождественскую пенни, чтобы прям реально шансы были большие. Ну, типа эльф. Помощница пенни, вот так называется. Ну все, друзья, давайте, нужен топ-1. Нужно собраться и взять топ-1. Ребята, давайте соберемся реально. Реально, ребят, давайте соберемся. Я прям куплю. Потому что иногда бывает то, что ты тащишь иногда. Ну, такого не бывает. Значит, все эти рандомы происходят, поэтому. Все, у меня 5 банок. В принципе, у меня шансы на топ-1. Ну, есть шанс, я надеюсь. Пенни, ты что свою же крысишь, собака? Представляете? Меня моя же Пенни крысит. Вот она тварина. Ну ладно. Окей. Все, минус. Ну, у меня сейчас есть. Я могу надеяться на топ-1. В принципе, я надеюсь. Не буду глазить. Вот. Не буду глазить, конечно, но шансы, в принципе, у меня есть. Ну, что ты идешь-то сюда? Собака меня, она бесит, реально. Она что хочет-то от меня? Я сейчас как пару тык дам, и все. Блин, бесит реально. Ну, что ты хочешь? Дуракан, дура. Пацаны, без обид? Ну что без обид? Ну, наверное, дуром, согласитесь. Я просто иногда говорю, когда вот там залакал, ты типа без обид, типа. А то я думаю, то, что, типа, знаешь, у меня рефлекс такой, если кого-то там. Просто люди. Не, просто типа, знаете, это без обид, братан, ты че, напрягаешься, что ли? Потому что многие, типа, бывают так, типа, когда рфальнуть хочешь. Я хотел другой стим сказать, хотел то, что нуля, но на натуре дуром. То есть, ну, я знаю, что вы вряд ли со мной согласитесь. По мне она так, ну, она реально дура. Ну зачем она на меня идет? Я понимаю лаги, но иди, я не знаю, сиди где-нибудь в кустах, если у тебя лаги. Если у тебя лаги, сиди в кустах. Зачем? Вот я не понимаю. Если у человека лаги, ну и по идее, если у человека лаги, то он сидит в кустах. Или нет? Ну, реально. Мне кажется, что так раз на самом деле происходит. Блин, тихо, тихо. Тихо, собака. Топ-1, дорогие друзья. Это пони жива. А, ну, это другая пони. Все, друзья. Топ-1. Блин. Прикольно. 600 трофеев на пони, дорогие друзья. И 19 тысяч кубков. Уф. Давайте. Я так знал, что у меня будет 19 тысяч один. И па-бах. Просто 19 тысяч трофеев. Ебой. Блин, очень круто, ребят. Очень круто, реально. Все, пенни на 600. Ну что, сейчас апать не буду. Буду сейчас апать, наверное. Вот я хотел апать... даже не знаю. Пенни вот я апнул. Я даже не знаю, кого сейчас апать. Может, Тару? Не, Рика. Рика я хотела. Я хотела Рика. Возможно, я его прокачаю даже попозже. Ну все, друзья, 19 тысяч трофеев. Блин, совсем скоро 20 тысяч. Ребята... Я вам говорю, мы апнем 20 тысяч, у нас еще 10 дней есть. Если, в принципе, каждый день по 100 кубов апнуть, то я уже апну. Завтра выходные, завтра позадрочу, где-то постараюсь кубков 400 апнуть. И, ребята, реально, надеюсь, за сезон мы апнем. Просто я могу уже бы больше апнуть, просто это дистанционное обучение очень реально мешает поднимать кубки. Блин, очень круто, ребята, очень круто.